Кара Караеву принадлежат исключительные заслуги в развитии азербайджанской классической музыки. В формировании его своеобразного стиля большую роль сыграли два выдающихся музыканта. Являясь представителем школы Дмитрия Шостаковича, композитор также постиг тайны родного фольклора – ашукского и мугамного искусства. Помогли ему в этом произведения создателя этого стиля, первого профессионального композитора Азербайджана Узеира Гаджибейли. Постоянно пополняется круг книг, которые пишутся о Каракараеве. Это вполне естественно, потому что его стиль настолько интересен, настолько уникален для всей истории азербайджанской музыки, и не только азербайджанской, вообще всемирной музыки, что новые и новые авторы обращаются к этой теме. И эти исследования, они касаются разных сторон его творчества, и жанров, и гармонического языка, и, как известно, в его стиле были разные направления, менялся его стиль. Произведения Кара Караева занимают особое место в сокровищнице мировой классической музыки. Его студенты, сегодня известные композиторы Азербайджана, всегда с теплотой вспоминают своего педагога. Это был не просто там педагог, не просто композитор, это был визионер, который видел дальше всех. Он видел пути развития нашей музыки, а он действительно с нами обращался как со своими коллегами. И это очень возвышало, это очень вдохновляло, это очень вселяло в нас силы. Он нашел свой стиль и создал свою школу в музыке. Школу, насчитывающую многих последователей. Став композитором с мировым именем, Кара Караев остался верен традициям азербайджанской музыки. За годы творческой деятельности им были созданы десятки разноплановых произведений. Камерные сочинения, симфонические, оперы и балеты, музыка к фильмам и спектаклям. Алагёс Гаджиева, Галип Багиров, CBC.